Следственный комитет по городу Миасс продолжает розыск матери новорожденного ребенка, которого нашли мертвым в лесном массиве. На данном этапе следствия есть подозреваемая, но точный ответ может дать лишь генетическая экспертиза. Что удалось выяснить миасским следователям, расскажем в следующем сюжете. 4 мая в районе Миасского лесничества был найден небольшой сверток. Там находился труп новорожденного мальчика. В ходе розыскных мероприятий следователям удалось собрать некоторую информацию и даже задержать подозреваемую. Но женщина, которая вела аморальный образ жизни, свою вину не признает. По делу назначен ряд экспертиз, в том числе генетическая, судебно-медицинская. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление. Пока известно, что ребенок был доношенный, но родился живым или нет, это также предстоит выяснить следствию. Вероятнее всего, что ребенок был желанный, он был одет в распашонку, ползунки, чепчик. Значит, скорее всего, что роды происходили в домашних условиях без оказания квалифицированной медицинской помощи. Следственный комитет обращается ко всем гражданам, которые обладают информацией о женщинах, родивших с февраля по апрель, и которые впоследствии могли избавиться от ребенка. Любая информация будет очень важной для раскрытия данного дела.